Ну что, Дис, мы все рассчитываем, мы все давно уже ждем, давно ждем и кое-кое чемпиона мира, которого вы будете отстаивать свои... Thank you.
и сами абсолютно. Мы видим работу в Риме вместе с легендарным проигрывающим. Проигрывающим в Риме, который в свое время провел не 150 любительских боев, больше 50 профессиональных, сколько очень серьезно спортсменов воспитал. А сейчас работает с Денисом Левиным, чемпионом мира по версии АБА. И этот титул он будет отстаивать в субботу. Ну, надо снять, Денис Левин, тренировочный, легендарный тренер.